Всем добрый день. Начинаем сегодняшний выпуск с того. Что у нас хорошая новость? Нам одобрили Нордрайн-Вестфален. Одобрили город Леверкузен. В понедельник до 3 часов мы должны будем приехать. А сейчас мы идем сдавать бутылки. Это не означает, что мы так плохо, конечно. Мы не жалуемся. А сдают бутылки здесь, в принципе, все. Потому что, когда вы покупаете какой-либо напиток, у вас в чеке всегда стоит дополнительная сумма за тару. И когда вы эту тару сдадите, то, соответственно, вы назад получаете деньги. Вот, если кто не знает, находится это прям рядом с Getränkemarkt. Вот так выглядит. Сюда ставятся ящики. А вот сюда как раз-таки загружаются бутылки. Сейчас посмотрим, как это работает. Мне надо узнать, наверное, такой нет. И вот первые 25 центов уже упали. Блин. И вот 2,50. Мы получили чек. Это 1250 тенге нашими. Теперь мы идем тратить в ВДЭКО. Эти деньги, конечно, наличкой. Я не знаю, может, возможно, может, нет. Но купить на эти деньги мы в любом случае что-либо можем. Идем в магазин. Вот сегодня мы хотим показать вам. Смотрите, это называется штаг редуцию, то есть это сильно уцененный товар. Вот по 1 евро виноград, да, если он, например, 3 стоит, по 1 вы можете купить, когда... Хотя он нормальный. Он хорош, у нас в магазинах продают такой. Мы уже купили дыню, арбуз, клубничку и малинку. Мы эту папайя в Египте выкинули. Не смогли понять, как ее кушать. Она здесь 1 евро стоит. Но мы такие бешеные деньги там отдавали за нее. Манго. В стране, где выращивают манго, стоит манго гораздо дороже, чем в Германии. Там стоит 8 евро, а здесь 3 евро получается килограмм манго вообще. Клубника 2,29 за 300 грамм. Зелень всякая разная. Яблоки 2,99, 2,49. Выбор, конечно, просто огромный. У нас, конечно, сейчас тоже уже выбор большой всего, но не все могут позволить себе, конечно, это все купить. Кокосы. Все, что хочешь, все есть, конечно. Киви, апельсины. Лимоны, мандарины. Цены разные. Цены есть дешевые, есть не очень дешевые. Но это Эдеко. Это единственный магазин здесь во Фридланде, других нет. Вот вареная кукуруза, вареная свекла, перец, какой хотите. Конечно, морковка, картошка здесь дорогие, ничего не скажу. Вот такой ассортимент. Разных листьев. Вот это самое офигенное, самое вкусное.
куб айсберг салат. Ойла 79 у нас она стоит. Это, ну, около 1000. У нас такой один вилок стоит 2500. Фенхель. Обержины, баклажаны. 500 тенге. Помидоры. Маленькие, большие, разноцветные. Розовые. Обалдеть. Какие хотите, смотрите. 2, 3, 5, 6. Ну, это за упаковку цены, конечно. Какие-то помидорки мы покупали, очень-очень были вкусные, но я пока не вижу их. Ну, вот картошка стоит, конечно, да. 3 евро. Чесночок какой шикарный. Грибы, шампиньоны, коричневые, белые, вешенки. Ягоды, конечно, это прям для нас очень дешево, потому что ягоды в Казахстане, России очень дорогие. У меня на канале, кстати, очень много обзоров магазинов. И России, Алтайский край, Новосибирская область, и Казахстана практически всего. Вот русский отдел в магазине. Сгущенное молоко, квас, сушки, пряники. Буратино, всеми любимое. Разное печенье, кабачковая икра. Вафли, Артек. Все, что хотите. Это немецкий магазин Эдека. Все абсолютно есть. Семечки, вон, пожалуйста. Сода пищевая. Зефир. Лапша. И, конечно же, мои любимые цветы. Выбор просто вау. А цены для нас это вообще практически бесплатно. Сейчас одна роза в Казахстане от 500 до 1000 стоит. Конечно, те, кто живут в Германии, вам не интересно смотреть. Вы это все видите каждый день. А те, кто живут в Казахстане, возможно, будет интересно. Ну, а цветы это вообще это подарок нашей бабушке. Поэтому мы их будем снимать очень часто. Потому что наша мама смотрит всегда в наши блоги. 4000. Такие высокие. Ну, 1500 нашими. Вот такие орхидеи по 5000. Это 3000 нашими. Так вот. Букет 1500. 2500. Ну вот сегодня еще 2 автобуса приехало. Сегодня 19 число. Мы приехали 17-го. Вот получается через день еще много людей. Людей снимать не буду. Автобусы огромные. Хочу вам рассказать про сегодняшний день. Сегодня у нас прошел самый главный термин.
Мы попросили Leverkusen Nordrhein-Westfalen, нам его спокойно одобрили. Сегодня нам уже дали адрес. Но приехать мы должны только в понедельник, не позднее 3 часов дня. Вот. Мы уже заказали трансфер, чтобы, ну, как бы родных не беспокоить. И на поезде у нас очень много чемоданов, поэтому мы, к сожалению, не можем поехать на поезде, а отправлять почтой. Это достаточно дорого. Ой, какая. Ой, идет, идет. Ой, иди сюда. Берите, иди сюда. Смотри, вот как лошадки. Чё ты? Чё? Лошадь. Без пармах. Да-да-да. Мы только так на это смотрим. Смотри, площадка какая. Богдан. На, 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 на. Как красиво вообще все. Ой, сказка. Сейчас мы попробуем такую красивую малину. Всегда мечтала приехать в Германию и наесться ягод. Нужно повернуть вправо и идти до конца, и вы увидите эту тропинку. О, подъем, конечно, очень высокий, но надеюсь, это стоит того. Да. Передохнули, посидели. Теперь идем дальше. Хочется сказать ура, мы поднялись, и это стоило того. Вот они. Это место, куда все приходят. Особенно Шпейтл Сидля. Очень тяжело подниматься. Сейчас посмотрим, что там. Ну вот мы наконец-то и поднялись. И можем тоже сфотографироваться на фоне этого прекрасного памятника. Мемориал Фридман в Германии является одним из самых великолепных памятников, который состоит из 4 28-метровых глыб. На огромных глыбах монумента нанесены памятные надписи, рассказывающие о тяжелой жизни людей во времена Второй мировой войны. Этот памятник установили в честь тысячи погибших солдат, чтобы почтить их память. Изготовленный из бетонных плит, он выглядит словно огромная скала, возвышающаяся на горе. Этот памятник очень почитаем жителями Германии, так как несет в себе важную историческую ценность. И вот что мы видим внизу. Боже, как здесь красиво. Вот такие зонтики уже валяются в мусорке. Вау! Боже, какой вид! И это только Фридман. А еще сколько нас впереди ждет всего интересного. Вот такая у нас компания собралась. Это поздние переселенцы. Мы все приехали. Расскажи свои впечатления. Шикарно. Это просто непередаваемо. Вам нравится жизнь в Германии? Вы уже здесь 2 недели. 2 недели нам пока кайф. Ни одна страна такого не предоставляет, как Германия. Я не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, мы сытые, одетые, и крыша над головой не съест. Да. Благодаря. Соглашусь. Если вы подпишетесь, то обязательно посмотрите все наши путешествия по Германии и не только. Европа. Она такая чудесная. Спасибо тебе, жизнь. Я люблю тебя снова и снова.
И вот мы вам даем подсказку. Если вы хотите подняться на памятник, вот здесь будет светофор. По этой лестнице подниматься не надо. Эта лестница идет в частный сектор. А вот повернете направо и до конца там увидите как раз частную парковку. И сразу же будет подъем наверх. Thank you.